так, как надо для азербайджанского хлеба. Здесь он жарится осторожно, очень нежно, очень потихонечку, постепенно набирая вот этот вот аромат, этот сладкий запах лука, который жарится в топленом масле. Когда жарят лук на востоке, обязательно добавляют лук много куркумы. Что дает куркума? Да прежде всего, еда, которую вы готовите, не протиснет, если вы ее оставите до следующего дня. Готов лук. Можно с мясом соединять. Мясо на середину плиты, пусть вскипает. Лез лук сюда. И перемешиваем лук и мясо. Кстати, вот пока вода здесь еще есть в этом мясе и луке,